Всероссийский детский центр «Океан». Караван любви и солнечных бардов на родной земле стою. В рамках фестиваля марафона позитивного творчества «С чего начинается Родина» в партнерстве с федеральной программой «Дальневосточный гектар». К солнечным бардам, потому что эти замечательные люди выступали в школе, где я учусь. Теперь я с ними. Пожалуйста, обратите внимание на то, что эти люди несут свет. Те песни, которые сегодня исполнялись, они нам были близки. Концерте эту песню пою, весь зал нам подпевает. Как известно, русский – это не принадлежность к национальности, это состояние души. Черной грудью вдохну, принесенный ветром, запах трав, напоенный красой. И заря звенит за лучом рассветным, укажет мне путь домой. На земле, что столетиями прославляется, босыми ногами стою. Я дочери Божией, я русской красавице, голубоглазой пою. Ее имя Русь великая, ясноокая, светлоликая. Ее имя Русь красавица, волоса леса, вдруг озер расстилается, Русь священная, многомудрая, вдохновенная, ее имя Русь родимая, небесами хранимая. Мы юные дипломаты. Выступление было здоровским. Ну вот, понравилась тема из «Князя Владимира». Вот, когда спели, ох, за душу берет, прям хорошо. Может, знает лес высоту небес, может, ведает река силы в облаках. Будто еду я к себе домой, будто вышел на ночной перрон. Над пероном глобус фонаря, мотыльки летят к нему на свет. И встречают меня все друзья, даже те, которых больше нет. Я в Раковке, где подсолнухов маковки, где полынь да смородина, где мое, моя родина. Вот этот человек молодой, он немножко расскажет о своей жизни, поселении родовых поместьй Ладной Владимирской области. Давай. Наше поселение называется Ладное. У нас с мамой там 4 гектара. На них мы построили баню, вырыли пруд, разбили огород, сад, строили теплицу. У нас есть недостроенный саманный дом и домик, в котором мы сейчас живем. У нас 5 коз, огород, сад. И вроде бы все то же самое, что жизнь в деревне. На самом деле это совершенно другая идея. Новая идея, которая появилась в России. Жизнь на земле с любовью на своем гектаре. Вы создаете пространство любви. Я учусь на дистанционном обучении. Я делаю уроки, а потом по интернету сдаю экзамен за весь год. Мне осталось сдать только русский и математику в этом году. Все остальное мы уже сдали. А пуговка не наша, ребята закричали. И буквы не по-русски написаны на ней. К начальнику заставы ребята побежали. К начальнику заставы скорей, скорей, скорей. Солнечный и такой теплый, душевный караван, ну правда, очень круто. Никто на нашу землю не вступит, не пройдет. В Алешкиной коллекции там пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет.